Сейчас мы продемонстрируем отработку команды сидеть. Порода доберман, возраст 8 месяцев, кличка Борман. И порода немецкая овчарка, возраст 10 месяцев, кличка Яша. Это мы отрабатываем команду сидеть. Собачки работают вдвоем у нас. Молодцы, ребята, молодцы, молодцы. Молодцы. Кидаем лакомство. Лакомство кинули, собачки не ведутся. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Вот так работает у нас две собачки. Немецкая овчарка, возраст 10 месяцев, кличка Яша. И доберман, возраст 8 месяцев, кличка Борман. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Всем удачи, всего доброго. Молодцы, ребята, молодцы. 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 Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды лежать. Также работает у нас, выполняет эту команду две собачки. Доберман, возраст 8 месяцев, кличка Борман. И немецкая овчарка, возраст 10 месяцев, кличка Яша. Отрабатываем команду лежать с выдержкой. Кидаем лакомство собачкам. Лакомство кинули, собачка не ведется. Выполняет команду лежать. Так мы отрабатываем выдержку с подкидыванием, чтобы собачки не брали лакомство. А так работает у нас две собачки. Немецкая овчарка, возраст 10 месяцев, кличка Яша. И доберман, возраст 8 месяцев, кличка Борман. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Будем рады помочь вам в дрессировке. Так мы работаем, так работает наша школа. Молодцы, ребята, молодцы. Всем удачи, всего доброго. Борман, молодцы. Яша, молодцы.